Теперь, значит, люди думают так. Смотрите, если электрон — это в каком-то смысле волна, что будет, если я эту волну возьму и с двух сторон гвоздями прибью куда-то? Будет ли у него такое же самое поведение, как у струны? Да? То есть электрон в каком-то смысле — это волна. Струна тоже в каком-то смысле — это волна. Просто струна — это волна, которая прибита с двух сторон куда-то. И вот я тоже электрон решил с двух сторон как бы зафиксировать. Как эта фиксация происходит? Она происходит потенциалом. То есть вы делаете, вот у вас есть одномерная линия. То есть одномерная линия — это вот просто линия. У вас есть линия. Из железа одномерный кусок. Вы берете, делаете вот здесь, в этой линии, такое место, куда электрон залететь не может. И здесь, в этой линии, такое место, куда электрон залететь не может. Ну, прямо, я не знаю, делаете этот кусок из пластмассы какой-нибудь. Электрон туда не может попасть. Ну, допустим, такую штуку, да? А вот здесь, где зелененькое, электрон может попасть. Вы засовываете его туда. То есть электрон теперь у вас, я красным отмечу, может быть только где-то вот здесь. Да. И смотрите на его поведение. То есть теперь это волна, которая ограничена с двух сторон. И вы смотрите, значит, это можно описать такой потенциальной ямой. Да, вы же представляете себе потенциальную энергию, когда вы находитесь в яме. Вы тоже там где-то можете быть, где-то не можете быть. Но это там слева. Слева вы не можете быть, справа вы не можете быть, а вот в середине можете быть. У вас две большие горы вертикальные, а вот в середине вы попали, и вы здесь. И здесь электрон образует так называемую стоячую волну. Да, стоячую волну, которая выглядит вот таким образом. Она может быть такой. Может иметь два максимума. Вот таким образом. Может иметь три. Вот таким образом. Три мне уже будет посложнее нарисовать. Вы... 4 получилось. Ну, 3, может, 4 и так далее. Самое главное, что вот здесь вот с краев она должна быть равна нулю. Да? И вот эту штуку назвали волновой функцией. И волновая функция, ну, вообще, любая та волна, которая соответствует электрону, это волновая функция. Но в данном случае это как бы стоячая волновая функция. Она никуда не двигается. Она стоит на месте и только там крутится вверх-вниз, вверх-вниз. И вот по этой волновой функции, используя ее, можно получить вероятность нахождения электрона в определенном месте. Как это делается? Волновая функция возводится в квадрат. Но, к сожалению, такое правило. Что сделаешь? Непонятно. Но такая вот правило. Берешь, возводишь в квадрат волновую функцию. Если возвести в квадрат, вы подумайте, кстати, нажмите на паузу и подумайте, как такая вот у меня нарисованная волновая функция возведется в квадрат. Так, теперь вы включили видео, я возвожу в квадрат. Ну, примерно так, где максимумы, там максимумы, где большие минимумы, там тоже минимумы, где нули, там нули. Примерно таким образом. Теперь, что вот эта вот черная пунктирная линия говорит мне? Она говорит мне теперь вероятность того, что если я посмотрю куда-то сюда, я найду электрон в этом месте. То есть, вот, значит, опять нажмите на паузу и скажите мне, где вы, скорее всего, вообще не найдете электрон, в каких местах, а в каких местах электрон наиболее вероятно находится. Окей, включили паузу. Самые вероятные места. Вот, вот, вот и вот, потому что здесь максимум вероятности. Самые наименее вероятные места. Вот, вот, вот. Ну и, соответственно, с краев. Да, очень странным образом, получается, двигается электрон. Ведь наш электрон как-то двигается в этой коробке. У него есть какая-то энергия. И получается, что он двигается очень странным образом. Да, он получается то есть, то его нет. То есть в одном месте, то его нету рядом. И как-то это своеобразно получается. Но да, так есть, но что сделаешь? Физиков это тоже удивило, но пришлось с этим смириться. Да? Теперь вопрос для вас. Как вам кажется, когда у вас происходит вот такая, например, стоячая волна, а когда
Вот такая. От чего это зависит? Пауза. Ответ. От, конечно же, энергии, которая придана электрону. Как сильно вы его разгоните? Разгоните сильнее, он больше будет дергаться эта волна. Разгоните меньше, меньше будет дергаться волна. Да? Теперь посмотрите, для вот такой волны самый нижний энергетический уровень. Скажите мне, где электрон более всего вероятно будет находиться и где вы никогда не найдете электрон. Да? А теперь сравните, подумайте об этом. А теперь после паузы сравните это с мячиком, который находится здесь и катается туда-сюда. Где он будет более вероятно, где он будет менее вероятно? Отпустите, нажмите на паузу, подумайте. Да, то сравнение, которое я хотел от вас услышать, я вам не расскажу. Думайте сами.